Лабиринт Минотавра в ДК «Орбита». Хотя фактическая премьера уже состоялась, премьерный показ продолжается. Третье представление лабиринта в Запорожском муниципальном театре танца решили дать для зрителей бесплатно. Это оргия в честь бога Диониса. Именно здесь, во дворце Миноса, сына Зевса, парню с крыльями, суждено стать Минотавром, получеловеком, полубогом с головой быка. Сейчас в муниципальном театре танца готовят целый цикл спектаклей по мифам Древней Греции. Лабиринт Минотавра – первый из них. Мы пытались этим мифом, с помощью этого мифа поговорить о современности, о современном мире, о том мире, в котором мы живем. Потому что в каждом из нас живет Минотавр. Надо не побояться зайти в свой собственный личный лабиринт, поставить себе неудобные, иногда страшные вопросы, на которые смело и откровенно нужно отвечать. Тогда мы таким образом становимся героями. Каждый из нас может быть и ТСМ. Вот об этом спектакль. На свой третий показ лабиринта театр пригласил школьников, пенсионеров и малообеспеченные семьи. До этого многие из них даже не знали, где находится театр танца, и приняли их за гастрольных артистов. Слишком уж неожиданным оказалось представление. Чтобы языком танца передать мифы Древней Греции, театру танца пришлось синтезировать разные жанры. Как правило, интересны для всех возрастов, во-первых, и для всех любителей танца, кто бы в каком стиле ни танцевал. И бальникам, и эстрадникам, и модерну. В общем, стили практически все присутствуют. Эта премьера фактически закрывает театральный сезон в муниципальном театре танца. Следующий откроется в октябре. Зрителям обещают новые спектакли, концертные программы и детские представления. Среди самых значимых – сновидения Тараса Шевченко, «Рождественская ночь» и рок-балет «Скифы».